Всем привет! Сегодня расскажу, как надуть фольгированный шар воздухом, не используя гелия, несколько способов, а также расскажу, можно ли использовать фольгированный шар повторно, как его сдуть, как перекачать из одного фольгированного шара в другой. Чтобы надуть фольгированный шар, нужен гелий. Ну, насадка, редуктор. Я, кстати, видео выкладывал с редуктором, каким образом можно надувать фольгированный шар, так что посмотрите, ссылка в описании. Если вы хотите надуть его воздухом, ну или просто у вас нет баллона, а нужно каким-то образом украсить свое помещение, и вы хотите это сделать своими руками, соответственно, вы берете фольгированный шар, возьмете насос. А, у вас нет насоса. Ну, компрессор, соответственно, у вас тоже может и не быть. Вы можете взять любую палочку, трубочку. Трубочку для коктейля или ручку, стержень от нее. И надуть фольгированный шар с помощью этой трубочки. Вставляете его таким образом, чтобы он попал у вас в клапан, не сильно давите туда и недалеко. Когда почувствуете, что воздух пошел уже в шарик, дальше уже не нужно засовывать трубочку. Ой, отучился я. Так, лучше я насосом. Ну, в общем, вы сами поняли, да? То есть трубочкой гораздо сложнее, чем насос. Не, ну а там компрессором-то совсем будет хорошо. Итак, надули. Что мы дальше сделали? Мы можем украсить. Конечно, он не летает, но есть, продаются такие вещи, как самоклеющиеся точки. Чем они отличаются от скотча? Тем, что они не оставляют следы, очень хорошо прилипают и удаляются также очень хорошо. И все. Итак, ну вам еще, это еще не все, да? Вам нужно сдуть этот шар. Каким образом? Точку можно, кстати, удалить. Просто вот так смазать. Как сдуть фольгированный шар? Берете, опять же, соломинку, коктейльную трубочку, какой-нибудь стержень. Просовываете его до тех пор, пока не пойдет воздух. Как только почувствовали, что воздух пойдет, шар уже сразу, видите, сдувается. Ни в коем случае не надо нажимать на него сильно. Вы можете его повредить, если, конечно, вы хотите его использовать повторно. Если не хотите, можете просто нажать посильнее, воздух выйдет, и вы потом выкинете. Лучше использовать какое-нибудь приспособление, подушку или еще что-то. Когда вы в нее положите, она спокойно, равномерно, воздух выйдет. И вы сможете уже этот фольгированный шар сложить и убрать до лучших времен. Если вы захотели перекачать воздух или гелий в другой фольгированный шар, сейчас гелий дорогой, кто-то, может быть, захочет этим заняться. К примеру, у вас появился брак, начала спускать звезда. Ну, не выкидывать же ее. Не, ну, конечно, она пойдет на грузики. А гелий куда? Гелий можно перекачать в другой фольгированный шар. Берете этот фольгированный шар. Также трубочку засовываете в шар, с которого вы хотите получить гелий. И в тот, куда вы хотите его направить. Так как у вас
шар с браком, тут уже можно давить смело. Только надо расправить клапан, чтобы воздух пошел. Вот он сейчас идет. Вот пошел. Конечно, вы весь объем не перекачаете, но, по крайней мере, часть гелия вы спасете. Да, и помните, чем больше вы используете шарик, чем больше вы его надуваете, сдуваете, тем больше повреждается сам клапан. И он уже будет держать не так долго, как только если бы вы его надули в первый раз. Поэтому, если вам информация моя понравилась, была интересна, поставьте и подпишитесь на канал. Пока!